Там тіні ззаді ходять. Люди тіні. Люди призраки. Все чуть дешевше. Все дает более объемный свет. То есть он почти все заполняет. Вот это все. Да, он регулируется по мощности, но принцип не меняется. Чуть-чуть темнее, чуть светлее, но тем не менее он дает сильный объем. И либо же его на фон, либо на объем. Чтобы вам скрыть какой-то дефект, тогда лучше всего пользоваться минимум источником. Один или два. То есть чаще контровик, то есть микрофон, какие-то вещи. Что, слышно? Нет? Мочит. Бьют. Эй-эй! Что, не слышно, да? Нормально? Кто здесь? Кто тут? Отдайте мне ключ. Еще раз. Открыть, подчеркнуть, убрать. Все-таки один источник. И второй на подчерк. Контровой как основной. Скорее. Контровой и той частью, которую вы хотите, уже ее поворачиваем. Туда, так, все достаточно. Ага. Еще чуть-чуть. Все, хорошо. И ручка дальше. Угу. И второй просто как. Что ты извращенец пришел? Подчеркивать высоту. Либо ее, то есть ее высветляют, либо фон ее притемняет. Понятно? То есть вы ту часть, что вам надо, покажете красиво, что не надо, спрячь. Ну, например. Чуть-чуть руки более расслаблены. Сереж, ну имей совесть. И сейчас чуть-чуть. Кто приехал? Ермошкин. Куда? А, Макс. Опознал. Вот когда у нас просто темный конкурс, я приходил, значит, чуть-чуть. Упаду, не упаду. Будем считать, что не упаду. Стараемся больше рисовать тени. Когда хотим ее где-то что-то скрыть. Не свет. В принципе, понятно, что любое изображение либо на нее будет состоять как из света, так и из тени, все это равнозначно. Если много так, света, это значит, что что-то хорошо. Это тоже плохо. Должен быть баланс между светом и тенью. А степень баланса уже вы сами будете определять. Либо изображение более темненькое, либо более светлое. Но без баланса никак. Нет света, плохо. Есть один цвет, тоже плохо. Значит, ищем баланс. Чего мне жалко? Сейчас почти нет. Хотя, можно. Зайчики пошли сразу. Чего не жалость вообще? Щупками разворачивать. Плавно, грудь ко мне. О, все. А носик чуть-чуть туда. Туда носик. Хорошо, скрыли. Ну, принцип, в принципе, понятен или нет, что можем дать
Отсюда свет на нее, отсюда свет на фон. Отсюда свет на нее, на фон, на зайца. То есть, в принципе, схем может быть куча. Может быть, два света на нее, может быть, идти прямой свет. Но я прямым пользуюсь, но редко. То есть, когда мы просто светим, тупо. Лицо, грубо говоря, вот отсюда, да? Тем же, почти, ну, не сильно прямым. Все равно он должен идти чуть-чуть под углом. То есть, не прямо в лоб, а все-таки чуточку оставляя объем. Следим за тем, как ложится тень. Ищем треугольничек. Ни слова не понял. Рембрандтовский, да? Делаем его. И уже это вот. Ну, принцип понятен. Не надеюсь. Спасибо большое, Юрий.